Это наш благотворительный забег. Проводится он ежегодно на лыжной базе. Здесь у нас участники уже готовятся, получают лыжи, проходят регистрацию. Вот там у нас находится ящик для сбора материальных средств. Можно внести как наличными, так и переводом. С момента создания юрцентра, то есть решили создавать какие-то традиции. И решили, что это будет под эгидой благотворительности. У нас участвуют практически все, кто находится на Мирнинской площадке. Плюс у нас приезжают площадки с других регионов. Здесь присутствует сегодня Новосибирск, Москва, Якутск. Забега у нас всегда проводится три. Первый у нас стартуют мужчины. Они стартуют у нас на 5 километров. Вторым стартом у нас идут женщины. Ну и у нас всегда участвуют дети. В этом году мы собираем деньги для мальчика. А для этого мальчика мы собираем деньги уже второй год. Первый год собирали на операцию, но потребовалась еще операция. Сбор денег не завершается на этом. В течение недели после завершения нашего мероприятия мы будем продолжать собирать деньги, ждать в том числе помощи от всех вас. Вся информация есть либо на портале компании «Алроса», либо также в средствах массовой информации в Алмазном крае.